Полсотни ядерных боеголовок несколько часов находились фактически без контроля на американской базе в Вайоминге. Дело в том, что отключились несколько блоков компьютерной сети, отвечающей в частности за проверку состояния боеголовок и их запуск. Об этом тут же сообщили министру обороны, а затем и президенту Бараку Обаме. Чтобы восстановить систему, потребовалось несколько часов. Военные списали произошедшее на компьютерный сбой.